Вот тут раньше был так называемый теплый канал, от которого сейчас осталась одна колюшка. Раньше отсюда выходила горячая вода, бежала, и зимой тут никогда не замерзала вода, аж до самой Березины, далеко-далеко туда бежала. И быстрый поток. А сейчас все закрыли, замуровали. И ничего тут уже не осталось. Вот оно. А вот это вот раньше называлась Василевическая ГРЭС, а сейчас Светлогорская ТЭС. Вот. Все меняется, а там вот должен быть. Был когда-то холодный водозабор, сейчас пройдем, посмотрим. А люди, интересно, куда? Тут зала отвалы, а теперь тут дачи. А раньше это здесь зала отвалы были, а теперь здесь дачи. Вот. Сейчас пройдем, посмотрим до холодного канала, есть ли сам холодный канал здесь. Ну, в дебри я влезть не буду. Вот тут водозабор был. Может быть, даже отсюда и видно его. Вот это вот холодный канал, который с Березины течет или тек. Все, пойдем. Вот просматривается костел, чуть-чуть видно. Пойдем теперь там снимем.